Сегодня стартует Всечувашский фестиваль «Асам». Торжественное открытие состоится в Театре юного зрителя в 18 часов. О том, каким будет нынешний кинофорум и что нового принесли организаторы в программу мероприятий, журналистам рассказали на пресс-конференции, которая состоялась в Национальной библиотеке. Всечувашский кинофестиваль «Асам» соберет любителей кино в четвертый раз. В этом году средства на его организацию собирали методом НИМЕ. Различные организации, предприниматели и люди, которым не безразлична судьба чувашского кино, вносили пожертвования. Кто 300, 500 или 5000 рублей. Так провели и первый фестиваль, вспоминали участники пресс-конференции. Затем «Асам» поддержало правительство республики. В этом году больших финансовых вливаний не было. Члены Союза кинематографистов Чувашии считают, необходимо принять закон, чтобы развивать киноиндустрию в регионе. Это не значит, что Министерство культуры нам не помогает. Их помощь трудно переоценить, потому что и помещение, и вопросы, значит, участия структур Министерства культуры при проведении «Азам», сценарий открытия, закрытия, то есть помощь оказывается огромная. Выходим с инициативой принятия республиканского закона о государственной поддержке кинематографии Чувашской Республики. При составлении закона мы опирались и опираемся на опыт наших коллег-соседей, кинематографистов Татарстана, Башкортостана, Якутии, где такие законы приняты уже давно. В этом году в кинофестивале примут участие 33 фильма. 18 документальных, 8 игровых и 7 внеконкурсных. Это больше, чем в предыдущие годы, отметил Олег Цыпленков. Также у начинающих режиссеров будет возможность поделиться с жюри своими идеями в рамках питчинга. Он будет проводиться впервые. Лауреатам помогут с техникой и написанием сценария. У нас в культуре большой кризис, допустим, у композиторов, в чувашской эстраде то же самое, у писателей, хоть и четыре, скажем так, союза писателей, вот, и у художников и так далее, в кинематографе то же самое. Вот, но данный питчинг может сделать так, чтобы все вот эти, скажем так, люди, деятели искусства могли объединиться над реализацией какой-то идеи.